Лыжник Александр Калядин принес Казахстану золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане. Он стал лучшим в лыжных гонках на дистанции 1,5 километра классическим стилем стоя. Это первая золотая медаль в истории участия казахстанских спортсменов в зимних паралимпийских играх. В качестве призовых Калядин получит $250 000 от государства. На такую же сумму будут премированы его тренеры. 45-летний Александр Калядин – единственный спортсмен из Кустанайской области, который вошел в паралимпийскую сборную Казахстана. Он занимался лыжными гонками еще в советское время. 20 лет назад попал в аварию и потерял правую ногу. Вернуться в спорт Калядину помог тренер по лыжным гонкам Сергей Ревуцкий. В паралимпийскую сборную Казахстана лыжник вошел в 2012 году, успешно выступив на чемпионате Казахстана в Кокшетау. С того момента Калядин представляет страну на мировом уровне. Для Александра Паралимпиада 2018 стала второй в карьере. 4 года назад в Сочи он финишировал 13-м в личном зачете.